Это большая проблема, да, нужно понимать, что особенности, значит, вот этого поколения, есть общие тенденции, но они у каждого человека конкретного, что-то в большей степени, что-то в меньшей степени. У кого-то меньше, в принципе, мотивации на достижение в связи вот с отсутствием достаточно ощущения количества в себе силы, и энергии, интереса там, и так далее. Вот. Есть другие, которые как бы вовлекаются, увлекаются там, и так далее, но не могут выдержать постоянной как бы нагрузки, ее регулярности там, и так далее. Кто-то может эту регулярность выдерживать, но при этом ему как бы сложно из-за особенностей мышления молодых людей, которые не имеют вот, как бы, академического образования, с одной стороны, ну вот в прежнем смысле, когда есть система знаний, на них строятся какие-то дополнительные навыки, да, сейчас уже просто мы переходим к модели формирования навыков, а не формирования навыков на системных историях, на системных знаниях, то здесь возникает проблема, связанная с тем, что значит, там, где нужно принимать креативные решения, там, где нужно думать, просто думать, да, причины и следствия сопрягать там, и так далее, возникают сложности. Задача вот, как бы, понимать, что один человек не сочетает в себе сразу всех, как бы, особенностей. Да? У них одного что-то больше, у другого что-то меньше. И нужно исходить из этого. Если человек быстро загорается, но у него не хватает ему устойчивости, то здесь можно использовать вот этот феномен менторства, когда вы присоединяете человека к более опытному, который способен постоянно его драйвить новизной. Значит, если это человек такой сниженный, как бы, мотивации, ему, как бы сказать, ну, ему не хватает, ну, грубо говоря, сил для того, чтобы увлекаться, вовлекаться там, и так далее, значит, то здесь вопрос там, гарантии, стабильности там, и прочего, будет иметь более существенное значение, чем вот такая воодушевляющая история. С другой стороны, есть, конечно, существенная история, которую мы должны понимать, что Z, молодые люди, очень плохо работают в иерархической конструкции. Поэтому, если вы обладаете возможностью сбивать их в какие-то, как бы, группы, да, которые вот такие команды, вот, в которых они будут взаимозависимы, взаимововлечены, создавать внутреннюю социальную динамику внутри этих команд, эффективность вашего управления и их работы будет возрастать.